сути, террористический акт. Демонстративная расправа, направленная на то, чтобы запугать российское общество, ну, по крайней мере, ту часть, которая не согласна с политикой Путина. Я считаю, что все нормальные люди, адекватные, они должны быть сегодня здесь. Я счастлив, что могу говорить правду. Быть самим собой и не присмыкаться перед жалкими вороватыми властями. Свобода стоит дорого. Борис Немцов. Мы молчали очень долго. Кто со мной? Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Он противостоял как бы всему, ну что ему невозможно противостоять у нас в России. Должна быть какая-то прививка свободы, это должно вырасти внутри самого человека, тогда из этого что-то получится в масштабах страны. А до этого мы будем рабами.